Пришли на запах и не ошиблись. Бойцы солигорского наркоконтроля задержали мужчину, который выращивал и продавал коноплю. Когда оперативники шли в гости к подозреваемому, они уже понимали, что на правильном пути. На площадке был стойкий запах дурмана. Правда, во время обыска апартаментов милиционеры ничего не нашли, зато познакомились с весьма интересным персонажем. Подробнее о спецоперации расскажет Юрий Шевчук. Оперативная информация – дело секретное, но в данном случае несложно предположить, откуда у бойцов наркоконтроля появилась эта наводка. По данным от закрытых, но надежных источников, на площадке возле квартиры подозреваемого ощущался стойкий запах марихуаны. Однако у владельца апартаментов оперативники ничего не обнаружили, зато нашли у его гостя. У его знакомого при себе они обнаружили немного марихуаны. Далее выбыли в гараж, который снимает этот человек. Это 38-летний житель Солигорска. Известен тем, что занимается ремонтом и изготовлением мебели из дерева. Кроме этого, мужчина оказывает населению еще услуги парикмахера. Там вот в гараже, где у него мастерская по изготовлению мебели, он, собственно, и стрижет людей. Но на этом хобби разносторонне развитой личности не закончились. К своим увлечениям мужчина добавил и растениеводство. В специальном тайнике у себя в гараже ботаник когда-то вырастил несколько кустов марихуаны. Но, видимо, сейчас не сезон. Во время обыска в рассаднике ничего не росло. Зато оперативники нашли более 100 граммов готовой продукции. Сотрудники обнаружили два полимерных пакета с марихуаной. В одном где-то было около 50 грамм марихуаны, расфасованной по сверткам, около 30 свертков, а в другом 60 грамм марихуаны, ну, россыпью рассыпан. Как пояснил сам задержанный, все это он выращивал для себя и для того, чтобы угощать своих друзей. Так это или ботаником больше управляла жажда наживы, будут выяснять уже следователи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по второй части 328 статьи. За незаконный оборот наркотиков ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Что же касается владельца апартаментов, где был задержан наркодилер, то на этот раз ему удалось отделаться испуга. Но, видимо, мужчине все-таки стоит сделать правильные выводы, кого приглашать к себе домой и как развлекаться со своими гостями. Юрий Шевчук, Юлия Крутова, Григорий Криштафович, Зона X.